Ведем работу сегодня вот на таком участке. Все в воде. Начинаем спускать воду. Делать ливневки под каждый слив. Следите. Покажу, что получилось. Так, прокопали канаву. Вот так здесь все выглядит. Все в воде, вода бежит. Так, прокопали канаву, все вывели. Геотекстиль. Начинаем засыпать щебнем. Так, сделали дренаж участка, труба, все просыпано щебнем, воду спустили, засыпаем песком. Так, сделали одну линию дренажа, делаем вторую. Вот, пожалуйста, какая приспособа. Вот так вот после себя получается. Супер. Супер. Вот, пожалуйста, так работает дренажная система. Дренажную систему мы провели от самого верха. Длина дренажа у нас получилась порядка 58 метров. Вот такой слив у нас получился. Так вот мы проверяем ливневую канализацию. И отсюда сейчас будет этот сливом идти. Процесс проходит вот примерно таким образом. Дождеприемник приходит сюда. Здесь сделан дренаж на территории. Здесь, чтобы песком не засыпало, геотекстилем закрыт дождеприемник. С песком досыпается. Целый день лил дождь. Вот песок мокрый, видите? А вот ливневка. Как сухо все. Вода в ней. Все вообще ровненько, хорошо. Вот второй. Так, вот смотрите, такой песочек. Хочу вам показать опять. Помните, как его проверяем? Берем утрамбованное место, льем воду. Если вода застаивается, значит глина. Если быстро уходит, значит хороший песок. Мгновенно исчезает. Так, у вас на участке сухо. Машина еще одна выйдет. Вот так у соседа после сегодняшнего дождя. Ну, я вам показывал, как у вас. А вот у соседа. Чтобы понимали, как у вас работает система. Не хватило. Здесь все ровненько.